Здравствуйте, это Анапа. С наступлением вас октября. Сегодня 1 октября 2015 года. Я сегодня на своей велосипедной прогулке. Вот мой велосипед стоит. И сегодня я ради эксперимента проехал по побережью ровно 40 минут. Вот я сейчас засек, то есть в 8 часов я выехал. И через 40 минут, вот здесь вот я остановился, и оказался в районе, значит, пляжа санатория Анапа. Вот тут еще рябинушка написана. Вот. Это пляж Джимите. Сегодня он уже, видим, совершенно пустой. И все тут носит уже печать окончания сезона 2015. Вот я сейчас нахожусь в каком-то, видимо, летнем кафе. Стоит он там, холодильник неисправный, стаканы видны, вон там граненые. Вот, все столики, вся утварь убрана уже. Пляж совершенно пустынен. Сейчас, конечно, видно, что достаточно много мусора. Вот, а вообще, конечно, песок тут очень такой хороший. Вот он такой, какой-то такой мягкий, чистый. Море волнуется, бухает волнами. Здесь спокойно. Сейчас мы подойдем ближе к морю, посмотрим, какое оно сегодня. Замечательное место, я остановился. Замечательно вот так вот сидеть. Любоваться морем, песками. Все уехали, а море осталось.